Приходит мужик к врачу и жалуется. Доктор, понимаете, проблемка у меня одна есть. Я как начну в поле пахать, так у меня сразу встает. А когда домой вечером прихожу, так никакого желания уже и нет. Что мне делать? А вы ружье с собой берите. Как только встанет, вы стреляете. Жена выстрел услышит, прибежит, и вы с ней того. Ну, мужик послушал доктора, сделал все так, как он ему сказал. А через полгода снова приходит. Доктор и спрашивает: ну и как, голубчик, помог вам мой совет? Знаете, доктор, вот летом все было отлично. Только у меня встает, я сразу за ружье, стреляю, жена прибегает, ну и все класс. А сейчас началась осень, и жену уже 2 недели найти не могу. Доктор недоумевает: а в чем проблема-то? Так сезон же охотничий начался, сейчас везде стреляют. Только русские могут ехать в пятницу на любимую дачу, а в воскресенье возвращаться с этого гребаного огорода. Дмитрий Петрович был в том возрасте, когда люди сразу нажимают на «восстановить пароль», даже не пытаясь его вспомнить. В интернете один сплошной обман. Вот недавно мне жена заказала камуфляжные ботинки 43-го размера, а пришли кожаные сапоги 37-го размера на каблуке. Хорошо, что хоть жене подошли, а то пришлось бы отсылать их обратно. Гость, желая сделать комплимент хозяину дома, говорит: «А неплохой у вас домик, господин Дракула, интересно, на какие средства?» На что хозяин дома совершенно невозмутимо ответил: «Насосал».